Звезда из бисера – симметричный объект, как трехмерное тело, и в программе возможно рисование на звезде в режиме симметричного отражения по всем аспектам. Но прежде всего, лицевая и обратная стороны звезды не могут быть различными, нарисовать по-разному. В данном случае совпадает, но не совсем. Потом можно симметрия, повторение по всем лучам. Это вот шестиугольная звезда, шесть лучей. И каждый луч представляет собой ромб. Можно отражать слева направо, сверху вниз. Все вот это так вот работает. Рисуем эту звезду, возьмем. Изначально она была вот такая. Рисование в симметричном режиме включается правка симметричное рисование. Дальше выбираем режим рисования. Повторять на обе стороны. Рисовая обратное отражение слева направо. Но это в том случае, когда... Вот покажу, что такое отражение слева направо. Это относительно вертикальной плоскости. Рисуем линию. Вот так вот. Ну и так далее. Значит, можно повторять на всех других лучах. Внутри луча слева направо и сверху вниз. Вот внутри луча, например, вот этот вот вариант такой. Рисуем линию, одну линию, она отражается слева направо, повторяется на всех других лучах и повторяется на лицевой и обратной сторонах. Вот, в общем-то, и все. Мы эти варианты независимо комбинируем, отражаем, например, внутри луча сверху вниз, но не отражаем слева направо. Отражаем сверху вниз. А если еще отражаем слева направо, то получается нечто подобное. Ну и таким образом рисуем, что нам нужно. Нарисуем, например, просто ромбики внутри звезды. Это на все другие слева направо. Вот так можно. Снежинки различного рода рисуются достаточно быстро. Вот что такое симметричное рисование. Симметричное рисование можно делать практически на всех геометрических объектах, которые есть в программе, на колокольчике, на искривленном квадрате, на треугольнике, мозаике, ну и так далее, на пятиугольниках, шестиугольниках, все, что есть в программе.